Ориентир на экспорт взяли рисоводческие хозяйства Кызылординской области. В регионе налаживают тесное сотрудничество с Ираном. В Кармакшинском районе в этом году под высокопродуктивный сорт Таром Хашими отвели свыше 2 гектаров сельхозплощадей. Следующему культура займет уже 150 гектаров. Выход на иранский рынок, потребность которого в импорте белого злака составляет порядка 900 тысяч тонн в год, планируют уже в предстоящий аграрный сезон. В Иране с каждого гектара собирают около 30 центнеров риса этого сорта. Мы в этом году собрали по 35 центнеров с гектара. В следующем планируем повысить показатель до 50. Стоимость 1 килограмма риса сорта Таром Хашими – $3,5. Этот проект взаимовыгоден для обеих сторон. Кроме того, в его рамках мы смогли не только пополнить закрома, но и начали строительство рисоперерабатывающего завода в Кармакшинском районе.